Представлен новый 7-местный КАМАЗ. Судя по тому, как КАМАЗ работает над развитием своего модельного ряда, компания в ближайшее время должна представить первую легковую машину. Отечественная компания привлечет иностранного партнера к разработке легковых автомобилей. Более вероятен вариант сотрудничества с SAIC. Китайская компания сможет привезти в нашу страну 7-местный кроссовер Royal RK9, который будут продавать в России как КАМАЗ-6522 RSAC. Более подробная информация в нашем телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии.